Вишенку. Так, я как тебе говорил, ладно, до начала выступления, да, вообще до того, как я вышел сюда, тема такая: хочет Бог, не хочет Бог. Бисеринку свою я положу вот на этот стол, а хочет этого Бог или не хочет, решать только вам, дорогие мои. И приглашаем на эту сцену с сольным выступлением победительницу наших пятых игр. Она выступала вместе со своей дочерью, 7-летней Таей. Сегодня будет одна. Посмотрим, каково это будет. Надеемся, очень-очень круто. Поприветствуем Ирину Солонову! Спасибо большое. Добрый вечер. Да, я выступала с дочкой. Ну, Бог сегодня хочет, чтобы она училась, занималась, пораньше легла спать и завтра пошла в школу. Вот. Начну с того, что я сразу положу бисеринки. Чего хочет Бог? Я подумала, чего он хочет в отношении себя? Может быть, он устал? Может быть, он хочет отдохнуть? Может быть, он хочет на море? Он не человек, вот я человек, хочу на море, а он не человек, но, наверное, тоже хочет. Или он где-то, может быть, там и так уже находится, везде одновременно. Каких-то событий в нашей жизни Бог хочет, каких-то не хочет, а они происходят. То есть я положу свои бисеринки и в да, и в нет. То есть чего-то он хочет, чего-то не хочет. Вот, это нет. У меня три, я положу две. Две, да? Одну нет. Много разных ситуаций в жизни происходит. Много разных людей, много разных профессий. И об этом мое стихотворение. Вы говорите, плохая работа, быть всегда и везде повсюду, в ночь уходить в субботу, сутки дежурить, служить народу. Вы говорите, плохая работа, чистить общественные сортиры, чистить общество от кого-то, кто сбивает ориентиры. Вы говорите, плохая работа, дохлых лечить, а себя калечить. Незначимым бывает что-то, но всегда можно боль облегчить. Вы говорите, плохая работа, в школе учить или в детском саду. В доме малютки такая забота кажется вам тяжелее, чем в аду. Вы говорите, плохая работа, в офисе дергаться за гроши. Мол, вставать поутру неохота, что ж, записывайтесь в бомжи. Вы говорите, плохая работа, всем улыбаться на проклятой сцене. Вы говорите, плохая работа, всем улыбаться на проклятой сцене. Душу свою раздавать свободно, даже если никто не оценит. Вы говорите, плохая работа ваша, а я вам открою секрет. Самая худшая в мире работа, только лишь та, которой нет.